приветствую Казахстан. Мне приятно принимать участие в фестивале в третьем. Сегодня мастер-класс, Ямал предлагает мастер-класс «Древняя утица». Жила эта утица в Неаполе. Век бронзовый. Если присмотреться, она очень украшена, как обычно, андроновская культура, вся богатая. Если присмотреться, сегодня мы видим на тулове у утицы такой декор. Он сегодня живет в Казахстане. Посмотрите, крышка. Тоже интересно очень. Глаза. То есть здесь прочерчивали графически исполненный рисунок и шагающий гребенка. Также сильно это хорошо видно, что украшен хвостик. Поскольку утица ритуальная, она небольшого размера и приятно в руках, ничего не цепляет. Вот. Ну что, приступим? Ну вот и все. Крышка наша готова. Утица тоже. Итак, это наш бронзовый век. Андроновцы узнают себя. Ну и хочется мне поздравить еще раз с праздником, с третьим фестивалем. Хотелось, конечно, бы увидеть живую. Ну, и пожелать удачи и процветания земли Казахстана, ее ученым, ее археологам. Археологи – это высшая раса, каста наша считается, историки. Большой привет вам!